всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Кошечка, Мэд Макс, как всегда, очень много классных подписчиков и подписчиц, поздоровайтесь. Всем привет. Привет, ребят. Сегодня у нас очень крутая карта, это лабиринт. Всем понравилась рубрика «Когда мы убегаем от NPC-шек», и я решил, что будет у нас сегодня высокий. Это у нас фонароголовый и сиреноголовый. Мы их будем видеть сдалека и пытаться выжить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Вы можете наблюдать, как он к вам идет. Так, первый пошел. Сначала ставлю простых, а потом поставлю сложных. Все. Я к вам прилетел, и давайте выживать. Пошлите, я вам покажу путь правильный, если вы боитесь. Ночной режим подрубим, чтобы была более ярче картинка. Смотрите, он стоит. Экскурсия. Это тупик. Все назад. Сюда. О, блин! Это был папандос, пацаны. Я вас подписал, если на самом деле. Я за них сегодня, за сиреноголовых. Ой-ой-ой. Я вам это, жертву привел им. Ну и хотят они меня тоже убить. Они отстали, да? А как вы ночной режим сделали? Я просто первый раз. Идет, вон он. Ой, он идет, Димас, беги. N английская. Только надо камеру в руки взять, чтобы белый цвет был, а не зеленый. Да. Да, эту фишку не все знают. Извините, я просто первый раз. Кстати, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. И всегда может любой желающий с нами записать классную серию и повеселиться вместе с нами. А я в ушку нашел. У нас один сиреноголовый застрял. Что-то. Ничего, ничего, я сейчас буду ставить более сложнее. Это разминочка для того, чтобы вы изучили карту, освоились. А дальше я будет... Ой, вот тебе повезло. Ой-ой-ой. Ой. Назад. Двойной прыжок. Мне интересно, он в яму упадет сюда или нет, если его заманить? Помогите. Ой. Не надо его сюда. Я здесь уже, не надо. Так, осторожно, осторожно. Тупик. Да я не хотел, пацаны, я к вам. Привет, что у вас тут, хорошо? Предлагаю этот сделать возрождение. Хотите? Там сиреноголовый. Да, я вовремя свалил, пацаны. Это было рассчитано до мелочей. Вижу башню. Так, я сейчас поставлю более сложнее. Давайте добежим до бункера, там бункер. Да. Привет. Блин, он жирный. Офигеть, я на его уровне. А давай я за сиреноголового пойду. Не-не-не, не надо. Тебе будет неудобно. Пусть сегодня NPC. Сейчас подождите, я поставлю, просто проверяю. О, а фонароголовый. Ну? Мужики. Димас, я тебя вижу. Да? А вы все где? Еще один. Почему-то не дамажит. А у такого давайте добавим. О, они между собой дерутся. Интересно, кто кого? Битва. Битва монстров Хендерсона. О, все, мы сделаем такую рубрику, ребята. Давайте, 3000 лайков, и мы делаем рубрику «Битва из цепиш». Ой, «Битва монстров». И что будет дальше? Он просто топчет их. Это тусами шевели. Давайте понаблюдаем эту очень напряженную. Он все-таки сожрал его. Я добежал до бункера. Что будет, когда он его убьет? Он начнет мочить нас. Блин, нам жопа. Я сюда. А что там? Ты на вышке? Ого, их там. Давайте еще тут поставим. А вот этого? Блин, мне вот страшно этого. Влезать в башни, потому что они большие все. Не, они небольшие. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И давайте добьем 1 000 000 подписчиков. Буду говорить это в каждом ролике, пока мы не добьем. Димас. Да. Меня сожрали. Так он все хавает. Я их переманиваю на себя. Их очень много, я переманиваю. Это единственный выход, ребята. Он трупы носит их, не та жесть. Я читерил, я удалил его. Так, давайте этих телепортирующихся я удаляю. Они реально читерские. На. Ой, этот хорошо перемещается, освоился. Привет. Прям жестко так охотится за пацанами. Он же вроде по вот стене лазит. Телепортирующий, самый лютый был. Он прям на башню тпхнулся. Он может любую точку карты. Вот именно. Это смешно реально лютый. Читерски. Уго, звуки классно они издают. Звуков нет. Нету, звуки да. Звуки пропали, где все. Опа, фонароголовый застрял. Чё там?
раздуплейшн. А их можно убивать, сиреноголовых? А мы в бункере. Да, в принципе, если хотите, можете мочить. А мы в бункере. Лайтовеньким оружием. Интересно, он меня так убьет? Ха-ха-ха, ничего не может сделать. А, нет, может. Так замочили, аж небо почернело. Я сюда иду. Так, вы в бункере, да, говорите? Уберите порталганы. Я тоже в бункере. О, классно здесь. Кто порталганы ставит? Уберите порталганы. Так, я даю бан. Потому что я хочу ставить порталганы. Не надо. Ой, не надо, класс. Не надо. Жир. А, я телепортировался. А-а-а. Так, еще раз идем вниз. Че, давайте лучше тут походим. Убери. Я вижу, вам скучно. Надо развеселить. Два штучки, я думаю, достаточно будет. Помогите. Вот теперь вы никуда не денетесь. Они будут тпхаться и мочить. И Тимас, меня. Помоги, порталганы. Ничего не могу. Давайте... Нет, не буду очищать карту. Конечно же, нет. Ой. Что-то творится что-то нереальное. Кошечка, нажми на К. Так, одного оставим. Потому что три штуки это вообще сильно. Мочит, я вижу. Постоянно, регулярно. Каждый день. Что-то за дым тут ходит. Летает шашка какая-то. Чё это такое? Труп. Слышь, отвали, щенок. Чё ты прицепился ко мне? А я сейчас их взорву, хочешь? О, пошел. А чем ты будешь их взрывать? Нет, уйди! Ой-ой-ой. А их такого не возьмет. Знаешь почему? Есть. У них 500 000 жизней. Сейчас пройдет взрыв, и можно будет дальше выживать. Нормально. Давайте я кину бомбочку, но не очень большую. Который их реально убьет, но мы останемся живые. На меня, да? Нет, не на тебя. А я их на сиреноголовых сброшу. Я небольшую. Мне заново надо сходить. А чё они сразу здесь? Бум. Видите, я их убил. Ты сказал, он не нас не убьет. Оно убило вас? Да. Да я не хотел, это случайно. Так, еще есть живые, я вижу. Погнали. Давайте. Ой, я попробую под срачником убить. Ой, ой. Капец. А что, еще граната моя там лежала небольшая? Там бомба лежала. Ты че, отвали, щенок. А что из оружия можно использовать? Бульбазавр, ты что, управляешь? Да не, не прав. Ой-ой-ой. Димас, тебе показалось. Можно, а зачем спросить, ты... Что из оружия можно использовать, а что нельзя? А, ну, можешь базуки использовать, автоматы, пулеметы. Я только хотел сказать, не надо это делать. А эта бомба небольшая, паутин. Кстати. Паутину можно или только ты? Да можно ж паутину, только это, наверное, не сработает так. Ого! Слышь, бульбазавр! Ус. Паутина крутая. Ты можешь отвалить от меня, щенок? Убил. Только нашел выход. Ой-ой-ой. Не вижу, что происходит. Привыкай, это так седану. Вакханалия. А я как-то под карту. Слышь, тебя как убить? Никак. В смысле никак? Ну мне как-то вообще. Ты себе good mod подрубил, да? Слышь, так нечестно. Меня реально не убили. А даже админским пистолетом? Есть. Да не, пацаны, у него бессмертие. Нет, он читерит. Я отключился, ёбка. А, уже отключил? Да. У тебя один хп, оно не тратится. Да. Да. Блин, ну я ты хитрый очень. Я неубиваемый, значит. А как так-то? Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!